Давай, пока. Привет, друзья, с вами Серега, и сегодня мы играем в GTA 5. Да, и сегодня мы будем бухать в GTA 5. Я слушаю, у тебя домик. Не, при всём, он такой похожий на мой. Нет, кстати, мы будем это сок, это неинтересно. Это не сок, а где мы искать? Вот оно, смотри, слушай, вот он косячок. А у тебя ничего другого нету? Да не знаю, что-то это не тот дом, я другой покупал вообще. Другой дом? Да, я в другом появлялся в прошлый раз. Ща, короче, начнется. Тут чё, даже вискаря нет. Чё, давай на лесенку, только на вот эти, на эти затяги. Давай, начинаем с двух. Я просто нажрался. Продолжаем по одному, давай. У меня уже все зеленые. Ого, ты затянулся. Давай, делай два. Я пока вискаря два сделаю. Ё-моё, вот тут у меня реально, вот когда я на компе играл, у меня реально жестко. Да блин. Ты чё, не можешь в вино попасть? Да. Кстати, ребят, я играю с ноутбука, потому что на компе у меня почему-то краш, не знаю почему. Хотя комп очень сильно мощный, как видите, ноутбук тоже неплохой, это все максимальные настройки графики, еще я снимаю. Ё-моё, слушай, у меня тут намного штырит больше, чем на компе. Да-да-да, мне намного. Я просто все. Намного больше штырит. Давай, ты затяжки делай, я еще бухаю. Ты сколько из затяжки? Давай, три. Три. Давай, я три сделаю, ты три сделаешь и. Еще не скоря три. Бахнем и пойдем, короче, ребята, кататься на американских горках. Тут они есть, и потом на скутерах. Сейчас затяжку. Эй, ты мой косячок затянулся. Слушай, а мы не сдохнем случайно? Я уж присел, приуныл. Эй, не-не, не хочу тебя переключать. Не хочу его смотреть, авторские права не надо. Все, вставай. А что меня? Меня отпустило, слышь? Меня отпустило. Ладно. Что за фигня? Мне вообще ничего не видно. Не знаю. А, я, наверное, из-за того, что сел, может быть. Блин, фигня какая-то. Да я за 4 затянись. Ребята, у меня даже экран шатать начал. Курить и пить это очень вредно. Делать это только в игре. Никогда не делать это в жизни. Вот именно. Мы делаем это только в игре. Пьем, зато только в играх нажираемся, как свиньи. Да-да-да. Ну хотя бы надо хоть где-то это посмотреть, что как это. Так, третью. Даже 4 раза затянусь. Надеюсь, он не сдохнет. Чего это он курит, интересно? Не наркотики случайно? Хотя. Да нет, все законно, ты Что-то, слушай, а почему не зеленое все? У меня вроде все спокойно. У меня все зеленое вообще. У меня было все зеленое, сейчас все нормально даже стало. Сейчас я уже пятую подряд, короче, винца. Что-то вино не заканчивается. А где у тебя виски стоит? Я не знаю, здесь нету, походу, виски. О, все, я уже падаю, Серега, походу, конец. Не, все, я сейчас, наверное, умру, походу. Да не, погоди, надо виски. Я уже. У меня два чувака уже стоит вместо одного. Да? Это чего он размножается, мало раздваивается. Все, смотри на меня, я падаю. А где у тебя вискас? Ой, вискас, ему. Я не знаю, где виски, тут, походу, нету. Смотри на меня, побегу я. Ой, я еще бегаю. О, у меня все шатается, короче. Я сейчас, походу, он упадет, если он будет так бегать. Че, поехали? Да не, погоди, да я хочу, чтобы мне хоть немножко еще больше. У тебя. Почему виски нету? От вина вряд ли такой эффект был хороший. Поехали к тебе. О, да, поехали, ребят, ко мне теперь бухать. Слушай, ты знаешь, где мой дом хоть? Найдем. В таком состоянии мы все найдем. Пойдем. Сейчас еще троечку. Я хочу, чтобы эффект водилы был. Помнишь, как я тогда ехал? Хочу показать, как водить классно, когда ты настолько вбуханный в говно. Надеюсь, ты в гараж телепортнулся? В гараж не, я не телепортнулся. Я переместился. А, во, все, да. Он меня допил, короче, и сам пошел. Офигеть, тут все такое белое, понял, вообще ничего не видно. У тебя тачки есть хоть в гараже? Да, две. Сиди за руль, иди. Сиди, фига. Ооо! Нифига себе, классная тачка. Ой, ты за руль сел. Подожди, садись за руль, сможешь сесть? Да, смогу. Сейчас поменяемся. Аня, не садится. Садись, сейчас поменяемся на улице, выгони ее на улице. Окей. Фига, у тебя классно, у тебя столько денег, тебе можно все, короче, купить. Кстати, ребят, кто там хорошо играет в GTA, кто там, не знаю, может чему-то нас научить в этой игре, добавляйте в игре, вот, никнеймы вы сами видите, наверное. Подожди, блин, гараж. О, все. Что, нифига себе, у тебя дом, надо еще, у тебя же дофига домов. У меня три дома должно быть вообще, три покупал, подожди, я выйду сейчас с гаража. У меня в курсе, меня шатает, ну, экран нормально, он, по идее, у меня был раньше зеленый, вообще где жесткий зеленый. Вообще. Где ты? Все, где, вот он. Поехали. Ой-ой-ой. Дом, сейчас, карта. Он белым домом так, обозначается.
Зеленым, да, наверное? Да, вот он, наверное, это он. Не, зелененький нет. Он зеленый, который продается такой зеленым долларом. Давай, да, хотя бы вот доедем. Поехали. Не знаю, мне кажется, это он, потому что я вроде отсюда ехал. Ё-моё! Ай! Это серьезно не я, это так прям серьезно, ну. Оно лево, вправо, право, влево. Да-да, лево, вправо, оно само прям, нельзя даже это сконтролировать. Никак! Извини, Димон, тачку тебе побил немножко, сейчас новую купишь. Сейчас страховка оплатишь. Точно, я же страховкой буду платить, наверное. Главное, чтобы нас менты не спалили. Да, вот он мой дом. Да, они не спалят нас, так ездят, конечно. Не спалят вообще. Без палева. Так. Лазю. Где твой дом? Вот это? Вот он, да-да-да, заходим. У меня есть виска, ребят, поэтому бухаем у меня. У меня вообще ничего не видно, давай запускай меня сейчас. Ты позвони ко мне. Ничего не звонит. Войти, а, вот, не, войти с друзьями, членами банд, вот. Классно придумали, конечно, вообще, что домой можно ходить бухать. Вообще классно, говорю уж. Он только в GTA San Andreas играл, мультиплеер. У тебя музыка здесь не играет, у меня музыка здесь фигашит. Смотрите, ребят, не, я отключил все. Вот, мой дом, мой кальянчик, только меня уже отпускает. Вот, вискарь! Все, давай лесенку вискарь от пяти начинаем. Какой от пяти? Давай по... Не, давай по кругу чисто. Давай по три хотя бы. Венцо, затяжечка. Не знаю, я хочу по три, чтобы это больше эффект был, и поедем на американские горки. Я не могу взять. Не могу взять ни это, что такое? Может быть реально его забухать? Не понял, вискарь кончился? А, не, мне казалось, вискарь кончился. Я помню, его набухал, что он реально сдох. Вискарем одним или вином. О, Серега, что, с Таиланда привез его? Что-то меня вообще заштырило. Вроде реально такую банду прям здоровую позвать, человек 10-20 сюда. И все вискарь один хлещет. Все, Серега, вообще ничего не вижу, просто все размыто. Не, у меня все нормально. Сейчас я еще три затяжечки сделаю. Может быть, это просто, наверное, твой косяк. Твой косяк, он какой-то не из Таиланда. Русский косяк. Да-да-да. На китайском рынке купил какой-то. Давай хороший присосался. О, камера шатается. Присосался там к этому. Давай. Все, сейчас упадет. Не встать не могу. Давай встать. Задыхаюсь. Не-не, ты встал, слушай, смотри. Давай. Так, все. Мои три затяжки. Сколько ты выпил? Я три. Это пятизвездный 20-летний коньяк. Ты давай там это. А, это виски вообще вроде. Да, это виски, наверное. Мне кажется, тут и коньяк, тут все, мне кажется, может бухать. Тут какой-то бар нужно найти, правда? Да, надо найти бар какой-то. А че у меня не зеленеет нифига? У меня все так сильно позеленело. Надо идти купаться опять, слышишь? Ну ты. Упустила. Там после аттракционов нырнул. Да-да-да. Покажем этот. Американские горки, правда, они нифига не страшны, зато они классные. Так, сейчас еще две штуки, короче, наливаю, поехали. Я готов уже. Чё мне ничего не зеленеет? Смотри, вон, всякие кондики стоят. Почему мы их нельзя-то, нельзя их пить-то? О, понятно, Серега, все. Еще одну затяжечку, еще одну, давай, только не сдохни, пожалуйста. Мой Тони Старк лично, не сдохни. Кстати, Серега, он реально, да, похож на Тони Старка. Красный байкер. Кстати, мне пить нельзя больше, почему? Нельзя пить, а я тебе запретил, наверное. Ты выжрал, наверное, всю мою... Слушай, ты реально там выжрал? Ты, наверное, все выжрал. Давай еще три винца и погнали. А, вот винца. Винца. О, гонно... Нельзя пить. Сейчас... Как нельзя? Мне не подхожу, не появляется еда, я затянусь. Давай. Перепил. Его не вставляют. Ой, меня вообще качает, ё-моё. Не, все. Нет, все. Черт, все, он сейчас умрет. Смотри, смотри, как я сейчас умру. У меня все пропало. Чего я не могу пить? Нет, все, поставь бокал, нельзя больше пить. Нет, он все, он серьезно сейчас сдохнет, походу. Я буду танцевать, Серега, рядом, ты пока пьешь. Не-не, чувак, не дохни, не дохни. Нет! О, не сдох, прикинь, побежали. Он меня вообще в жопу бухой. Серега, меня шатается, еле бежит. Ё-моё. Так, гараж. Так, переместить всех в гараж. Я тебе говорю, сейчас у меня тут, если эта белая тачка сохранилась, у меня вроде все тачки раздолбал. Даже страховку не заплатил. Они сами чинятся, по сути. Оооо, поехали на вот этом джипе. Так, подожди. И капец, он сразу вышел. Ставь метку на этот. А нет доступа, во. На аттракционы ставь метку. Сейчас выйди на улицу, сначала выезжай. О, тачка, видал, появилась? Нет. Ее у меня не было. Ну, слушай, она у меня была. Аттракционы должны где-то возле воды быть. Да-да, возле воды там, ну там поймешь, мне кажется. Чё-то найти эту воду. Оу. Шёл.
Так, где это? Не туда, не туда, не туда. Подожди. Туда поставил? Не-не, сейчас, подожди. Это же монстр! Блин, я думал, сейчас верхом проедет. Метку не могу поставить. А, офигеть. А, не в ту сторону. Ты хоть что-то видишь? Вообще машину шатает жестко. Но у меня не все зеленое, у меня все нормально. Графика как и должна быть. Просто ну, шатает жестко. Не знаю почему. Баганулось, может быть. Мне вообще ничего не видно. Тебе хоть идет. Да ё-моё, тут шатает просто жестко вообще. Так. 700 метров. Давай пробую вообще не идти. А вон, видишь, колесо обозрения видно, виднеется. И вот именно ничего не вижу, вот просто все размыто. И у меня видно. Во, да, мы. Черт! Мы вот туда въезжали. Там как раз кутера, ребят, стоят, мы даже покатаемся немножко. Сейчас, да, посмотришь, как я прыгнул. Смотри, я просто В зажимаю, он протрезвее. Сам куда-то влево идет, блин. Давай на американских горках мы по-любому протрезвеем, да. Так, подожди, мне надо воду прыгнуть сначала протрезветь. Только не убивай билетера. Билетера не убивать? Как ты обо мне такое подумал? Стоп. Я вылазю. Ты мне чуть воду. Так, смотришь на меня, чтобы буду прыгать. Давай. Видишь, там какая глубина жесткая. Ты посмотри там, покажи людям глубину. Какая там глубина там? Смотри, глубина! Так. Билети, нифига! Он не шатается вообще жестко. Ну-ка, он не может упасть, интересно. Его, наверное, больше надо добухать. О! Я еще худог себе куплю. Эй, братишка, продай мне худог. Нифига, он в жопу бухой, слышь. А чё худок нельзя купить? Слышь, ты чё, мне худок не хочешь продать или чё? Пистолет. Один хук, и ты петух. Блин. Слушай, а тут можешь реально... О, слушай, тут открыто... А, нет, не открыто. Я уже бегу к тебе, Серега, подожди меня. Меня попускать начал. Эй, кто-то на наших американских горках катается. Чё за фигня? Кто? Не знаю. Дети опять эти? Опять эти дети? Кстати, почему ни в какой серии GTA нет детей? О, вот он, билетер, слышь. Я хочу прокатиться. Сколько тут слышишь? Я хочу прокатиться. Он... Меня забыл. О, я у него билетик забрал. Да, подожди меня тоже, я ж не трезвым. Стать, я не могу ровно дойти. Ой-ой-ой, тихо. Колесо поднялся. Там лестница есть. На колесе не будем кататься надолго. На колесе? Подъехала. А нельзя, да, спрыгнуть с колеса? Нет, я туда. Тихо. А как... Вот. Чё за фигня? Я сел. Я тоже. Здесь я тоже. Подожди, я нажми просто. Может, что я билетера убил, он обиделся? Я сел, все. Через 18 секунд тронется, Серега. Чёрт! Не в трезвом состоянии. Ты смотри, смотри, как он мне качается просто. А, чё мне нельзя? Эй! А как мне слезть теперь? Я не могу слезть. Я, короче, вот так поеду. Держи меня. Держи меня. Садись со мной, садись. Держи меня. Держи меня, я сейчас же упаду. За голову хватайся. Поехали. Сейчас руки подниму, ты за руки хватайся. Давай, держи руки. Давай. Ты что, лови меня? Лови меня! Да держи меня! Ты чё? Ладно, это было не больно. Хоть это вылезти можно. Вот билетер обиделся, наверное. Печально. А на этом круге с Саном долго кататься? Вау, тут классно. Да нет, тут 10 секунд, по-моему, недолго. Блин, меня даже сюда не пускают. Вообще обидели, что я билетик купил. А не его пускает. Слушай, он меня вообще бухой в говно, слышишь? Он мне покороче. Может, поэтому тебя стошнит, если ты будешь есть? Я не знаю, вообще просто бухой в говно. Блин, за этим следить, это просто вообще шикарно. Давай ко мне садись. Я не могу отсюда слезть, я руки вверх поднял. Так, а чё он едет-то? Давай едь. Блин, он остановился, вылезти нельзя. Всё, я подъезжаю. А не, можно. Не-не, стой, не вылази. Да стой. Я же 10 баксов заплатил. И она сразу тронулась, как я вылез. Чё за фигня? Ай, ладно, хрен с ней. Погнали на скутерах покатаемся. Иди сюда, прокатнемся, покажем людям. Идём, она пока не... Я не сяду. Давай, ты первый сядешь, я попробую за тобой. Так, а где эта фигня? Чё-то туплю. А где вход-то? Вот тут подходишь к любому, вон он, там вон, на лестнице. Блин, он так у меня смешно двигается. Давай его еще добьем, а ты че он мне не хочет билетик продавать? Живой? Где-то я его вырубил, наверное. Он зомби, слышь, он говорит, где билеты? Где билеты? Американская горка, через 5 секунд уедет, Серега. Че за фигня? Почему сесть нельзя? Нет, стой! Ай! Уехала! Блин! Давай за ней, слышь, рядом уже. Смотри, я ей навстречу, лови ее. Господи.
Меня же не убьют, кстати, если... слышишь? Чего? Откуда ты в прошлый раз прыгнул, когда ты умер? В прошлый раз прыгнул с американской горки. Ну, короче, скутера увидел и просто прыгнул. Так, давай-ка мы сейчас YouTube подождем сразу. Можно сразу сесть, когда она... Под... А вон потом на скутерах поедем. Вода тем более прозрачная, классная погодка. Иди сюда к билетеру сразу. Там... Она сейчас подъедет. Да я ща, я бегу, короче, она сри. Я ща на ней поеду. Где она там? О, она близко, отлично. Ты что, по дорожке? Ща в новостях такой, бухой дебил. Бухого дебила сбила это, американская горка. Уии! Блин. Я в воду падаю. Я жив. Не, я мертв. Чё за фигня? Я в воду. Ой-ой-ой-ой. Ай, блин. О, слышь. Идем быстрее, она сейчас приедет, Серега, приехала. А я далеко. Чё, факов, слышь? Недалеко. О, меня попустило, все. Отлично, почти уже все хорошо. О, все, попустило. Меня тоже почти отпустило, да, он уже нормально ходит даже. Не знаю, а, я ж сдох, меня отпустило. Ой. Тебе классно, что ли? Ничего себе, слушай, а как ты это делаешь? Ну ладно. Почему нельзя на других аттракционах покататься? Там я хот-дог пытался купить, мне не продали. Давай мужика воду скинь. Сказали, тебе нет 18 лет. О, тут какие-то игровые автоматы, что ли? Иди сюда, игрока, скинем воду этого пацана. Блин, он сдох, Серега. Че ты? Кто сдох? Пацан, его воду. Блин, нельзя запрыгнуть. Жесть. Сейчас полиция приедет, отходят нас. Полиция? Догон на скутера? О, колу! Можно купить колу и спрайт. А, тут спринг он называется. Ну-ка, это интересно, как в GTA будет, он тоже там. Я к скутерам пошел, ты идешь со мной? Это не да-да, сейчас спрайт выпью. О, точнее, спрун! Спрун! Ты чё мусоришь, слышь? Сейчас копы приедут, арестуют нас. Всё, я прыгаю в воду. Вот иди сюда, вот отсюда идем. С самого края. Вот я отсюда прыгну. Смотри на меня, сальто. Хоп, щучка. Ты где вообще? Смотри, ребят, какая офигенная графика тут. Ну это, конечно, максимальные настройки. Еще на ноутбуке играю при этом. Ты мой черный угнал. А пойдем это, слышишь? Я сейчас на моднетом зайду. На квадроцикле. Ого, трюк сделаем. На квадроцикле он сразу утонет, я пытался. А давай ты на квадроцикле сейчас на трамплин залетишь или на машине. Так он же это, утонет. Да вот, на этом трамплинчике. А, да нет, там еле-еле он подлетает. Вон на этом подлечу, короче. Сейчас подальше разгонюсь. Кстати, ребят, тут, если доехать до самого до конца прям воды, то просто скутер остановится, и вы будете тонуть. И нельзя никак выплыть. Это вообще жестко, конечно. Да, так, все, я готов, это, конечно, готов, я готов. А где эта фигня? Черт, стоп, стой. Так, я... Уии! Ай, говно какое-то. Чё, куда поедем? Го на скутерах покатаемся, потом поедем. У тебя тачку купим какую-нибудь. А он задымился. Надо 30 сейчас минут где-то видео сделать, а то не сильно, ну, чтоб долгое. Посрезаешь момент. А сейчас заеду за этот воду на мопеде. У о, нас доехал. Нет скучных моментов, которые нужно срезать. Так, ну чё делать-то? Да поехали я на мопеде сейчас на другой конец острова, ну туда вот, на тот. И мусоров пошугаем. Погнали. Людям нравится, поехали. Мусоров будем. Давай. Убивать. Тачку надо найти нормально. Чёрт. Поехали в глубину сейчас, померим где. Глубину давай. Да, интересно, тут акулы хоть водятся? То прикольно, курс такой, глубину меришь, тебе акула такая пипичку откусила. О, а там смотри, люди, давай. Подожди, Серега, меня сейчас он убьет. Давай. Что он хочет садиться? Убивай без меня. Я не убиваю, я просто в них врежу. Слышь, у них спасательный жир. Собьем, давай. Что? Что? Ты что, раздавил их? А, да, вот они плавают, я их сбил, короче. Ты меня чуть не задавил. Давай их задаем, давай их задаем. Они, слушай, они в жилетах, ё-моё. Блин, я на их скутер сел. Ладно, фикси. У них скутер забрал. О, кто, смотри, еще какие-то люди. Ой, я фак им показываю, слышь, эй! Сейчас, где мы? О, как тут под водой классно, Серега. Я водоросли дарю. Пыю. Во, все, давай этих звездочек привлекать. Ой, копов. Я убил двоих, нет. Давай, по морю от них будем уходить. Вон они, вон они.
Копы, да, давай. Куда на берег? Тихо, не на берег. Ой, они стреляют, еще больно как. Людей просто поубиваешь? О, у меня уже две звезды. Да иди сюда, вот копы здесь, Серега. Сейчас мне три звезды дадут. О, нифига себе, я ракурс поменял, офигеть. Смотри, какая-то красота. Ну, от первого лица. Не знаю, даже монтировать это не хочется, чтобы там во всем качестве было. Попробуй Вегас, если не получится, крашнется, то как обычно в Камтасе. А, тихо, аккуратно, не врежься! Нет, нет, нет! Я взлетел. Давай, выплывай, выплывай. О, у меня откуда-то ножик взялся. А чё, у меня сейчас менты? Давай погнали в людей постреляем, чтобы менты за нами увязались. Поехали только на другой берег, вылезем, а то они вон на берегу стоят уже тут. Самолет? Самолет, Серёга? У меня две звездочки, какой самолет? Вон самолет или что такое? А, это дом не прочее. За радио. Го в следующей серии, короче, я только это закончим. Украдем самолет какой-нибудь или купим самолет. И устроим я хаос. Я хочу купить полтора миллиона. И поехать на военную базу, украсть там этот самолет. О, да-да-да-да. Вообще стрельки сейчас, классные. Короче... Ну только смотри, нам надо этот, на полный сервер зайти, где хотя бы люди есть. Чтоб их поубивать. А ты куда? Ты что делаешь? На берег заехал, а чё? Может, ментов будешь убивать? Стой, она по берегу ездит. Лол, не, не ездит. У меня всё остановилось. Почти всё. Ну давай затолкаем твоё обратно. Ага. А ну-ка твоя. Чё, вон, смотри, поехала. Вот. Класс, смотри, как тут реалистично царапает песок. Всё, у меня твоя стоит просто на месте. Офигенно. Всё, я тут затолкалась, чё уехать можем. Капец, давай, смотри, ставь, это... Смотри. Это путь отступления будет у нас. У меня интересно, апекс включён? Пистолет. Как тут перелезть туда теперь? Нету. Перелезть? Тут где-то этот есть. Погнали самолет в стрим. Тут можно? Ну, если он есть, да. Нужно только вход найти. Давай я подсажу, как в Warface. Давай. На, там эта сетка колючая, электрическая. Во, вот тут, по-моему, можно перелезть. Ага, нет, она колючая. Такие лицом прям в сетку. Где саный вход? Вот он. Да? Нет, тут тарак сидит. Где-то... Да, во, смотри. А, нет, нельзя. Ё-моё, у меня только что это... В курсе... Пошёл что-то? Нет, у меня только что свет моргнул. Во, иди сюда. У нас случился форс-мажор, у меня отключили интернет. Я сейчас телефон раздаю себе Wi-Fi. У нас тут серьезная погоня. Двоих мы уже шлёпнули, они начали в нас стрелять. Чёрт, я издох просто от бога. Ну чё, сейчас мы их догоним. Да твою ж мать! Чё застряло? Я не знаю, это какой-то столб. Первый раз вижу, что он сломался. Так, где первый? Этот нас гасил, где он? А чё, на ФК стоит? Вау. Опасный чувак. Он типа появился, наверное, только. Давай назад, всё, задави. Всё, убил игрока, да. Эй! Пошли вон отсюда! Я какую-то гранату, что ли, кинул? Мина, давай, тихо. Что это ты кинул? Я не знаю. На дым похоже. Да отвалите вы от меня, копы, ё-моё. Во, смотри, какая-то бомба. Не, она не кидается. Не, нельзя ее кинуть, но... Помнишь, ты лепил ее на машину? Да. Че, это ты стреляешь? О, мусора убил, да. Вон там стоял один. Так, окей. А где эти чуваки? А, вон он. Вон едет. Один есть. Погнали его убьем. На то повыпендрился, приехал. Такой тут. Эй! Он, походу, появляется, пока стоит. Я не вижу, где он. В натуре АФК. Тихо. У меня хп вообще меня нет. Ноль. У меня миллиметр. У меня ноль, да, ноль. Давай, надо уезжать. Нам, я, оно восстановится. Давай, уезжай. Все, восстанавливается потихоньку. Все, короче, сейчас главное. О, вон опять кто-то появился. Не, вон, смотри, кто-то едет прям. Да, едет. Погнали его перехватим. У меня уже зеленый хп, но у тебя половина зеленого. У меня тоже половина. Вон двое чуваков. Поворачивай, что ты проехал? Да не, вон, смотри, АФК. Это опять АФКшник, что ли, стоит? Кто бал АФК? Да на нем фармиться можно. МС Пиза, йоу. Так, где? Я мусора убил стреляющего, это за рулем остался. Так, тут можно проехать вам, можно? Да. Блин, будет фейл, если не проедем. Давай, поворачивай. Назад чуть дай, давай, повернем. Я вижу, давай. Да чё, какая-то тачка? Есть. Слышь, разгонись его через мусорку, полети. Давай, сейчас разгонись. Слышь, вот, едь прямо, развернись там через мусорку, взлетим. Эпично. Да не, смотри, чувак. Вон чувак едет. Да. Под мостом, да? Под мостом? Не, вон он.
Давай, стреляй в него, дюймо. Прокали ему шины. Шины прокали. Убил? Ой. Да ладно. Грандмастер Бита. Ты жив? Нет, ты жив? Я стрелял. Сидеть. Он потянет выехать. Что? Что это? Это велосипед, что ли? Что это? Смотри, смотри, какая тачка, какие тачки стоят. Моя красная. Смотри, просто, хоть бы они ничьи были. Давай, открывай. О, открывай, смотри. Давай, садись. Ламборджини, смотри. Какая... Колеса, что ли, брат? Не, не брат. Нифига, смотри, как она быстро гонит. Дави мусора, дави. Ой, нифига себе. Так, погнали тогда еще чуваков этих найдем, которые нас убивают. Ё! Блин, еще бы ты, я... Ты сдох, офигеть! Что, ты сдох? Нет, я говорю, ты ездок такой жесткий. А, ездок, это да. Ну а чё они все по встречке едут, бараны? Дорога вся, да? Правила бы хоть. Там мем такой был. Типа, слышал по новостям, один дебил какой-то по встречке едет. Почему один? Тут их много. Поехали, слышь, вот эти наши водные сутра. Хорош, задний ход ездит. Давай. Я думал, сейчас... Вон самолет есть там. Да. О, смотри, взлетает самолет, смотри. Кто-то летит. Смотри, это смотри, смотри, чувак, смотри. Летит. Погиб, смотри. Че это за бог? Пойдем. Я точно таком здоровый. Вот сейчас прокатимся. Блядь, нельзя эту сетку сломать? Нет. Ладно, пойдем. Я нож в руках, кстати, опасно. Ну, еще много докушаем, сейчас докушаем. Давай, пока будешь бежать прямо, беги там все далеко еще. Я кусты порежу пока. Там где-то вход есть. Чего же я с ножом бегу? О, смотри, тут лестница, можно сюда залезть, и вот стой. Бочки попробовать залезть наверх, ну-ка сейчас. Да вот, смотри, все, я перелез. Да ладно. Да. Паркурист, мафака. Ты снимай, базахакер. Я снимаю, да нож. А как ты это? Не понял, где ты тут залез дальше? Я вот тут залез, все. В смысле, ты по ящикам лезь? Ты что делаешь по ящикам лезть? Подожди. Нет. Ру-ру-ру. Вот залазю на ящик. Во, на другой ящик потом. Он мне не допрыгивает. Как не допрыгивает? Вот, на вот этот, смотри. Падает вниз. Во, на вот этот. Блин, зажало. Смотри. Все, я сдохну твой. Во. Ты какой? Вот на вот этот, смотри. Ну, я сюда и прыгаю. Смотри вот на меня со стороны. Не допрыгивает он тупо. Падает вниз. О, зацепился. Не, понятно. Хамма зафака. Да реально он не падал, падал вниз, просто ногами стрелялся и падал. Да, да. Бери оружие хоть с руку, ты сейчас чувак звонит. О, ножик. Я выбил нож. Я тебе сейчас помахаю. Да блин, я не специально все. У меня вообще миллиметр хп. Так, стой, нам надо быть невидимыми, смотри их там как много. Нам надо прокрасить. Мы вообще не в том месте. Ты понимаешь, мы не в том месте. Не в том. Блин. Во, ву! Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Вот это самолет! Офигеть, как он здоровый, Дима. Надо скорее. Офигеть, давай скорее. Надеюсь, на нем можно полетать. GTA San Andreas. Со взлетной полосы уходи, я подлетаю. GTA San Andreas можно было на нем полетать. Походу нельзя. Приземляемся. Не, можно. Приземлился. Нельзя, серьезно? Можно там сесть, надо купить, наверное, там. Блин, я опять снаружи. Не знаю, я не могу в этот сесть. Попробуй сейчас в другой. Вон, там еще два таких здоровых. Ты реально поменяет мне к ним корейский надо, аэропорт? Надо подойти это. Видел, чувак же как-то летал за ним. К ним надо ближе, наверное, подходить. Я вообще не понимаю, где он тут садится. Охренеть, тут трамплин, Серега, нашел, я здоровенный. Не, не хочешь садиться. Он высоко, потому что, наверное. Хотя, да, как он сядет. Надо что-то подогнать, эту штуку, наверное. Сейчас хотя бы какой-нибудь надо угнать. Там есть еще какие-то самолеты в ангарах? Сейчас я обратно перелазил. Все, я перелез. Почему он на спину всегда падает? Как коты, где он на спину, я так понял. Блин, машины нет никакой здесь, хоть полетать. Я могу самолет купить через интернет, заказать и полетим. Слышишь, может заказать через интернет самолет все здесь? Опять пропал, Серега.
Понятно. Серега. Так, алло, слышно? Да, что, пропал ты? Да какие-то приседания идут с этим модемом. О, может быть, все же вот так вот можно сесть? Слышь, я тебе что говорю, может интернет заказать, через интернет заказать самолет? Попробуйте, он приедет сюда. Давай попробуем. Иди ко мне, что рядом. О, это твой, что ли, самолет? Стоит. Нет, я еще не попал. А, он взорван, ё-моё. Я разбился. Да вот он даже работает. Показано, что он типа работает. В него как-то залезть надо, я не знаю. О, реально, все, я понял, это короче. Ты подогнал? Не, смотри. Эй, он не садится. Блин. Он не рабочий, ты чё, у него дверь даже не стоящая. О, у него текстура даже пропадает, если вот сюда подходишь, Серега. Я надеялся. Я надеялся, что на него можно я полетать. Я сейчас куплю. А чё чувак какой-то на здоровом самолете летал, не? Сейчас я куплю себе самолет. Давай. Его сюда, что ли, прям подгонят? А я не знаю, куда его подгонят. 1 900 000. А ну-ка, вот где ты его покупаешь, Диман? В интернете? 37-й левел. Так. Путешествие, транспорт. Где транспорт? 1 700 000, давай. Купите яхту сегодня. Захер, куда он так? Ваш новый транспорт. А куда он доставлен? Ух, ни хрена, вот, какие-то самолеты здоровые есть. Слышь, а куда он доставлен? Ты не знаешь, Серега, я купил его, деньги на него. Офигеть, такой верт классный. Куда его доставят? Позвоните в Пегаса, чтобы вам доставили транспорт. Так, звоните. Ты должен либо тебе его доставить, либо тебе на карте покажут, где он вообще стоит. Ну это более самое вероятно. Написала. Да хотел он таком здоровом прокатиться. Сейчас соединяюсь, подожди. Давай. У меня еще 3 миллиона осталось, блин. Так, что на? Выберите желаемый транспорт. Вот он, да. Отлично, самолет вас ждет. Вот на карте появился, надо туда ехать. Привет, Цыпа. Не хочешь провести вечер со мной? Это жирная Цыпа? Смотри, какая она красотка. Да у нее булки больше, чем твоя голова. Ой, да ладно. Она все равно очень классная. Серега, мой самолет доставили, поехали. Он рядом совсем. О, да, погнали, где он? Где он на карте, покажи хоть. Надо машину хоть. Так. Нахрена мы это сделали? Забежали, что-то спрыгнули. А как нам выйти отсюда теперь? Все, выйти. А где вообще тебе самолет доставили? Вот он прямо там за аэропортом. Ты тут что-то взорвал какой-то рукожоп. Да, рукожоп и летает какой-то. Ну ты самый здоровый, да, заказал? Ну такой нормальный. Летняя школа будет называться. Ну, со здоровый, то слышь, тут работает. Он должен где-то пойти в аэропорту стоять. Чего мне вин? Во, мне звонит Пегас здесь. Давай, где он? Но нам не удалось доставить вашу машину. Что? Машину? При чем тут машина? Мы вернем вам деньги на счет, звоните еще, когда вам будет удобно, сэр. Перекупил его, что ли? Кто перекупил? Да не, может они про машину или про транспорт, да? Про транспорт мой этот, понял? Что за фигня, типа, деньги слышь? Вернули. Кто такая дерзкая? А деньги не вернули! Мы вернем, они сказали, типа. Постал? Доставил ваш новый транспорт. Ну. А что, у тебя с карты пропало, куда надо идти? Тут вот написано, он доставил ваш новый транспорт. Ну, а Пегас где он? Доставил ваш новый транспорт. А где? Я сам не знаю, где он. На карте поищи. Где-то должен быть. Во, нашел. Все, нашел? Да, я его отметил, идем за мной. Вот он, да? Там написано, у меня тоже мой, машина, черный. Да? Так. Он черного цвета, блядь. А чё они мне сказали, что деньги мне вернут и не удалось доставить? Это, наверное, да что-то такое? Про другое. Он смотри, да, нифига себе, это что за истребитель? Это истребитель этот, как он, с миссией этой. Я не миссию выполняю, чувак. Чё, подожди, какую миссию? А если их взорвать? Тогда все провалят. Да ладно. Он летает, стреляет. Не, мы вроде когда проходили, нам никто не мешал. Пусть вообще даже на карте никого не было. Были, чуваки, мы расстреливали чуваков, когда летали. Да. Надо потом найти команду, ребят, смотри, кто там играет. Ищу команду, чтоб там всякие банки грабить. За этим домом, Серега. А, да, вон он стоит, вон он стоит. Как за этот дом зайти? Так вон же, здание. А вот тут стоп написано, идем. Нет, не сюда. Пешком-то можно идти, вот тут иди сюда. Ого, это что было? Меня же затряслось. Чувак, он на истребаке летает, блин, всех разносит.
Там не мой самолет взорвал. Тут кто-то даже обоссался, он как-то мокрый. О, я нашел наверх. Где ты вообще вышел-то? Я сюда, я же тебе говорил, за мной видно, стоп. Ой, на дом сам. Что-то я вообще не вижу. Может, ты ко мне подлетишь? Ты думаешь, я туда доберусь сейчас? Что там за чувак всех взрывает? На крыше? Он летит, ты на крышу поднимаешь, как будто на крыше стоит. Так можно, наверное, как-то... Он в этом ангаре стоит, блин, я на ангаре. Значит, в каком еще ангаре? Вот, я тут на ангаре прям стою, он под ангаром. Блин, если упаду, я сдохну, наверное. Как спуститься тут? Во, сейчас на кукурузнике к тебе прилечу. Только аккуратно летай. Жопа! Ща прилечу. Как он поскользнулся на крыше, как алкаш. Поскользнулся, упал, умер, нормально. Я отвечаю, поскользнулся на крыше. Так, что-то как-то он стрёмно стоит. Вот мой самолет там стоит, показывает. Блин, на него такой б***ь задел этот самолет. Меня даже не пускают туда. Так, все, полетели. Это что такое нарисовано у ключик на домой стиль? Г, а, вот, убираешь оси. Г. Да что это такое? Это не то походу. Что? На Г же убираешь оси? Я не знаю. А, или на. А что, ты спрыгнул? Я что-то нажал, на него, короче, спрыгнул. Это F, я, наверное, нажал ничего. А, блин, Серега, это не то. Это не мой самолет, это школа, чтобы летать учить. Лол. Я взял сейчас сыграть. Лол. Нет. Я зашел там, блин, это. Обучение, типа, мертвую петлю надо сделать. Надо найти, чтобы не надо. Может, реально нельзя на нем летать просто? Я купил его, офигеть. Ну нефиг тратить деньги, куда попал. Ох, нифига себе. Че за здание такое? Как пришли, так пришли. Парашютизм. Сейчас тебя сделаю. О, да, давай. Я вообще жестко хочу с парашюта прыгать. Только тут мы сами прыгаем, а не с каким-то там тренером. 3, 2, 1. Поехали. Уи! А как парашют открывать? Что? Слишком мало ставок? Парашют. Ой. На этот, на мышке прямо. Ой, я как прилечу быстро. Я уже забыл, как лететь. Летать. Ай, фиг с ним, с этими кольцами. Летим просто вниз. Куда ты летишь? Где ты? Вот этот лет. Я просто вниз лечу. Уи! На парашюте ты летишь или нет? На каких-то ниточках. Это не нитки, это воздух. Уи! Я в море еще упаду. Офигеть. О, я на аэродром лечу. О, да. Вообще нормально. Я в воду падаю быстро. Убьюсь, интересно, нет? Ой, Серега, умер я. Уи! Я за тобой наблюдаю. Ты парашютом падаешь. Да. Чемоданами стоят. О, погнали в другой город. Димон, погнали в другой город. Ой, меня менты за что-то расстреливают, я просто сигналил стоял. Тут какая-то охрана стоит еще. Привет, брат. Слышь, так мы в разных этих, в сессиях. Привет, брат. Здравствуйте, я сцепанусь. Чё, лузер, кто лузер, слышь, ты жирная свинья. Прикинь, меня сейчас убьют за то, что я просто... Меня... Тоже стоял просто. Меня убили, потому что я просто встал перед охранником. Твою мать, где логика этой игры? Еще 260 баксов меня забрали. Всем спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, ждите новые серии. Всем пока, ребят, всем удачи.